Студент первого курса инженерно-технологического факультета Сергей Левда стал героем специальной военной операции. Его невероятное мужество и отвага не остались незамеченными и были вознаграждены медалью за храбрость второй степени. Я, получается, при выполнении боевых задач отличился, делал много, было много чего, и государство меня наградило медалью за храбрость. Конечно, страшно было, но в моменте я понял то, что страх, он как раз-таки должен быть, то, что, ну, есть страх, который ты контролируешь, понимаешь, что там будет опасно, либо надо как-то себя обезопасить, а есть страх уже неконтролируемый, это когда человек просто еще хуже сам делает себе, может попасть под что угодно. Победа будет за нами. Такие молодые люди, как Сергей, действительно стоят за правду и защищают нашу страну. Мы уже неоднократно выезжали в Луганскую область, город Антрацит. Мы работали со школьниками там, мы работали с семьями пострадавшими, где отцы ушли на передовую, и многие из них не вернулись. Мы общались с этими людьми с глазу на глаз. Мы чувствовали, наверное, нельзя так сказать то, что прочувствовали они, но мы чувствовали то, как они сегодня живут. И когда какие-то люди высказываются о том, что Россия зря это все сделала. Когда мы говорим о том, что мы там аннексировали эти территории, да мы оккупанты, орки, как говорят, и так далее, но все это легко развенчивается, когда человек просто приезжает туда. Правда всегда на нашей стороне, и лишь объединившись, мы сможем добиться победы. Мы будем помнить всегда о героях и их беззаветной любви к родине. Мария Баранова, Руслан Плетнев, пресс-служба СТГАУ.